Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в замечательном клубе «Гоголь», который находится на Столешниковом переулке, дом 11. Вот здесь приятная атмосфера, разрисованные столы. И, конечно же, сегодня у нас тема выступления на благотворительном концерте под названием «Струны сердца», который посвящен помощи бездомным животным. И сегодня, прямо здесь, прямо сейчас, рядом со мной находится выдающийся, великий российский гитарист Сергей Маврин. Он хватается за голову. Вот сейчас мы спросим, почему он хватается за голову и что он думает об этом всем мероприятии. Сереж, ну скажи, пожалуйста, пару слов. Ну, я не всегда был таким, вот поэтому никак не привыкну к таким регалиям. Я на сцене уже больше 30 лет. Вот, и открываю, до сих пор продолжаю открывать для себя новые места, новые города. Как ни странно, вроде казалось бы, все объездил. Но нет, встречаются еще неизведанные новые клубы. И сегодня замечательный вечер, вечер гитарной музыки с очень хорошей идеей, с очень хорошим посылом. Действительно, благотворительный концерт. Что может быть лучше? И замечательная компания. Вот, помимо меня будут выступать еще Дима Четвергов, Володя Черноклинов. Мы впервые встретились вместе на сцене, хотя друг друга знаем давно. Ну, вот так вот распорядилась судьба. Ну, можно сказать, встреча трех мушкетеров. Можно сказать так. Да. Сереж, вот такой вопрос. Сейчас у нас затрагивается тема, конечно же, бездомных животных, но на самом деле бездомные животные являются бездомными не всегда, потому что порой у них есть хозяева, которые их, скажем так, мягко говоря, выбросили. Что ты думаешь по этому поводу? Безусловно, на эту тему я могу долго рассуждать, потому что интересуюсь этим вопросом я достаточно давно, уже тоже, наверное, лет 8, наблюдаю за ситуацией, стараюсь участвовать в подобных мероприятиях, помогать. Потому что есть решение, да, конечно, нас всех стало больше, и людей стало больше, и собак стало больше. Раньше не было такого количества ни машин, ни людей, ни животных. Вот. И одна из причин появления бездомных собак и кошек, конечно же, это сами хозяева, которые выбрасывают, заводчики, которые выбрасывают брак на улицу. Я сталкивался с этой ситуацией. Много причин. Вот, размножаются они, собственно, это вполне естественно. И метод сокращения бродячих стай путем отстрела, он совершенно неэффективен, потому что размножаются они быстрее, чем летят пули и изготавливается яд. Единственный способ сократить бродячие стаи – это стерилизация, способ, который применяется во всех цивилизованных странах, и он достиг результата, но в нашей стране, к сожалению, эти идеи продвигаются с трудом. Сегодняшний вечер, ну, просто мы хотим собрать какие-то средства для вот таких же вот стерилизаций, да, для приютов. То есть, ну, надо помогать. Я считаю, что доброта и милосердие, они не могут быть выборочными. Нельзя помогать детям и не замечать, например, пенсионеров. И то же самое помогать старикам и детям и не замечать бездомных животных. Не может быть выборочное милосердие. И нельзя перепрыгивать через ступени. Ни к чему хорошему это не приведет. У человека предназначение помогать окружающим, себе и животным. Ну вот, на мой взгляд, это так. Поэтому я всегда с удовольствием принимаю участие в таких вот благотворительных. На моем счету это не первый благотворительный концерт, вот, но я никогда не отказываюсь от этого. Ну, слушай, это реально клевые, крутые слова. Ну, и сейчас я задам тебе еще другой вопрос, который сейчас злободневен. Ты, я думаю, наверняка слышал про установку в Орле памятнику Ивана Грозного. Ну, слышал что-нибудь об этом? Совсем вот краем уха. Совсем краем уха. И даже не успел ознакомиться толком с этим. Фейсбук в основном информирует. Там в Фейсбуке очень много фейков, наверное, 90%. Ну, вообще, как в интернете. И есть какая-то правдивая информация. Но да, слышал, но не могу. А в чем суть вопроса?
Ну, то есть мое отношение к этому? Ну, как ты считаешь, это правильно или нет? Потому что в нынешний момент мнения разделились, кто-то поддерживает, кто-то нет. Вот, допустим, наш рок-коллега Саша Хирург целиком одобрил это, сказал то, что это укрепит наш дух и историческую состоятельность. Ну, а другие люди, например, тоже говорят то, что постановка этого памятника в Орле явилась символом вызволения России из тюрьмы 90-х. Вот как ты считаешь? Ну, вообще странно все это немножко. Я давно уже наблюдаю такую ситуацию, что мы, люди, ну вот россияне, можно сказать так, да, мы как-то каким-то образом скучаем по Сталину, по Ивану Грозному, вот, совершенно не задумываясь о том, что вернись это хотя бы на год, каким бы результатом это привело. Вот. Ну, какая-то вот особенность, она необъяснимая для меня, вот эта черта. Во-первых, сам смысл этого памятника я не понимаю, а чем они объясняют это все? То есть что-то изменится в стране от того, что появится памятник Ивана Грозного? Или ждут его возвращения вместе со Сталином на пару? Ну вот, кстати, ты затронул тему Сталина. Николай Сванидзе заметил то, что на самом деле поставили памятник не Ивану Грозному, а Сталину в честь вот таких жестких мер и репрессий, которые, в принципе, проводил и тот, и тот. У меня есть свое мнение, такое достаточно уже непоколебимое, с годами выработалось. Никакие репрессии, никакие пытки, казни не перевоспитают народ. Другими методами надо действовать. Что только не творилось на Руси, да, за воровство отрубали руки, сажали на кол. Один Сталин истребил там половину своего населения просто так, на всякий случай. Ну, в общем-то, вот, по сути это так, да. Жесткие меры. Что-то изменилось? Ничего не изменилось абсолютно. Значит, надо искать другие методы воздействия на просветление людей. Вот, на мой взгляд, какие-то более эффективные должны быть подходы. По-другому надо перевоспитывать людей. Но никак не кнутом и пряником. Это тупик. Мы это проходили неоднократно. И почему-то люди жаждут возвращения этих времен. Для меня это необъяснимо. Ну, вот я, допустим, считаю, как являюсь рок-музыкантом, я считаю то, что на самом деле, друзья, вот как ты думаешь, тоже? Панацея от этого. Играйте правильную гитарную, рок-н-ролльную, роковую музыку. Я думаю, то, что это будет один из методов решения вот этой непосредственной проблемы. Ну, в общем, да, не надо лезть ни в политику, ни в свои дела. Единственное, что мы можем изменить, это изменить себя и немножечко мир вокруг себя. Вот. В целом переделать ничего невозможно. Только внутренние. Внутренние изменения, и начните с себя. Если хотите что-то изменить, начните с себя. Вот мой рецепт. Ну вот, Сереж, и чтобы мы начали менять себя на прекрасных, замечательных концертах, расскажи, какие ближайшие концерты у тебя предусматриваются? Вот, на твой взгляд, самые яркие, ну, в Москве, не в Москве, где ближайшие у тебя концерты? В Москве большой концерт с моей группой «Маврин». У нас новый вокалист в нашем коллективе Евгений Колчин. Все еще новый басист Никита Марченко. Нам есть что показать. Готовится очень интересная программа. Это будет в декабре в клубе «Театр». Будет выступление. Я забыл, честно. Честно, память уже дает. Ну, всю информацию можно найти на нашей странице ВКонтакте. По-моему, мы еще не афишировали. Я знаю точно, что этот концерт будет, что работа над ним идет, но, может, мы еще не давали информацию. Декабрь, ориентировочный декабрь. Более подробно можно узнать на нашем сайте www.mavrik.ru. И, ну, проще, наверное, ВКонтакте все это будет вычислить. Вот. Гастроли и инструментальные программы, и с группой. То есть я в последнее время совмещаю два своих увлечения, если можно так сказать. Ну, увлечение, скорее всего, это инструментальная музыка, мне она очень нравится, и я достаточно много разъезжаю один, без коллектива, исполняя просто инструментальные произведения. Вот. И очень много гастролей с группой. Тоже вся информация вот на наших страницах. Ну что, друзья, слушайте правильную музыку, слушайте то, что говорит маэстро Сергей Маврин, и long live rock and roll, друзья. До скорых встреч.
Спасибо, Сереж.